День, коллеги! За прошедшую неделю я буквально соскучилась по нашим с вами занятиям. И сегодня мы начинаем четвертый модуль, который посвящен теме создания видеороликов. Мы поговорим о том, какие технологии существуют сейчас и чего стоит ждать в будущем. Какие конкретно работы у вас получится создавать, если вы справитесь с созданием видеороликов? Обязательно посмотрим несколько сервисов на практике, и в том числе сервисы, которые позволяют создавать видео не просто по текстовому промпту, но и те сервисы, которые позволяют делать кое-что более интересное, а именно создавать контент для социальных сетей. Ну и, конечно, наметим, скажем так, нашу траекторию на будущее, что ждет в сфере производства видеоролика и как вы к этому уже прямо сейчас можете приготовиться. Итак, съемки видео. Когда мы говорим о съемке видеороликов, нам, конечно, кажется, что все достаточно просто. Правильно? Ведь вы уже умеете генерировать картинки, а любое видео – это последовательность кадров. 25 картинок в секунду, 30 картинок в секунду, где-то в некоторых фильмах даже 50 картинок в секунду. Но по факту любая лента – это всего лишь череда изображений. Значит ли это, что мы можем просто сгенерировать 25 похожих картинок для того, чтобы получить одну секунду видео? Как вы считаете? Или все-таки нам нужен какой-то другой подход, какая-то отличная от этого технология? Давайте посмотрим пример, что мы можем получить, если таким образом поступим. Это вообще культовый знаковый ролик, да? Первое, что публично выложили с появлением нейросети для генерации видео, Уилл Смит, который ест лапшу. И это как раз очень наглядная демонстрация того, что получилось, когда попытались сделать видео так, как относились к генерации изображений. Оказывается, для того, чтобы генерировать видео, такой вариант совершенно не подходит. И нужно что-то другое. Нет, он не подавал на них в суд, он посмеялся и снял собственную версию поедания лапши. Вот. Но с ролика с Уилл Смитом прошло уже несколько лет, технологии за это время развились, и я думаю, что вам попадались и заявления какие-то громкие, и примеры. Посмотрите, как теперь классно у нас создается видео, какие суперские ролики. Скоро Голливуд будет никому не нужен. Каждый сможет на своем компьютере снять фильм по собственному сценарию. И да, действительно, примеры, которые нам вот так вот показывают, они очень классные. И глядя на них, в первую очередь испытываешь вдохновение и желание с ними поработать. Но это совершенно не значит, что эти инструменты доступны нам с вами. Дело в том, что примеры, которые мы видим в постах, примеры на сайтах – это вишенки. То есть из огромного количества генераций выбираются самые-самые удачные, и именно их нам демонстрируют, так как будто сервис в среднем делает такого качества видеоролики. А на самом деле это крайне редкие случаи очень удачных генераций видеороликов. Когда мы получим эти инструменты в наш доступ, когда мы начнем использовать их в быту, у нас даже близко не будет похожего качества. Потому что мы-то видим все генерации, а не только избранные и самые лучшие. Я согласна, что создать ряд картинок, чтобы они сложились в ролик, очень и очень сложно, но тем не менее, это один из вариантов подхода. Я покажу сегодня примеры и даже удачные примеры. Поэтому то, что нам сейчас публично демонстрируют, то, что нам показывают, это только единичные случаи. Даже если вы получаете доступ к этому инструменту, они все из них в открытом доступе, многие в закрытой бете, доступ как бы только вот по подписке, даже в этом случае вы настолько
Классных результатов, увы, не увидите. Пройдет еще какое-то время, прежде чем они дообучатся, дотренируются и станут показывать нам что-то прекрасное. Но до замены Голливуда еще на самом деле очень-очень далеко, и мы об этом сегодня с вами еще поговорим. А сейчас давайте посмотрим, что нам может показать экран. Для создания видеороликов есть три основных подхода. Первый – это как раз понятный текст to видео. Вы точно так же пишете текстовый промпт, но вам генерируется не картинка, а набор картинок, которые, соединяясь вместе, делают имитацию движения. То есть получаем видео. Второй вариант, когда мы к этому промпту добавляем еще и некоторое изображение, которая будет как раз референсом, образцом. Оживляем картинку. И третий вариант, когда мы загружаем видео и просим точно так же, но с некоторыми изменениями. Вот это три основных подхода, и у нас нет никаких причин считать, что появятся какие-то отличные от них. Итак, текст, видео, картинка, видео и видео, видео. А, по текстовому промпту, да, енот. По картинке и промпту создается изображение, задано, что именно должно быть анимировано, и переделка видеоролика по образцу все то же самое, но немного по-другому. Вот это основные подходы. Ролики, которые я показывала, это тоже вот такие вот вишенки, то есть понятно, что настолько идеальных результатов вы не получите, которые сгенерированы в сервисе Pika. Pika это зарубежный сервис, понятно, да, что есть некоторые сложности с доступом, некоторые сложности с его оплатой, но, по крайней мере, здесь можно что-то пробовать. При регистрации дается 250 кредитов, на которые можно попробовать что-то сгенерировать. И каждый месяц еще добавляется еще 30 кредитов. Как раз для того, чтобы делать какие-то ролики. Правда, к сожалению, как во время творческих экспериментов вот токены утекают просто-напросто, как вода сквозь пальцы. А в основном интерфейсе можно и так генерировать. Видите, что есть и поле для текста, куда я ввела уже знакомый вам промпт про волшебника, который творит магию вместе с кроликом и цветами. И вот здесь же есть скрепка, можно добавлять изображение или видео, которое будет образцом. Есть некоторые настройки. А вот сейчас, например, желтая часть надписи, это не я писала, это готовый кусочек подсказки, который находится в разделе «Style» – «Стили». А рядом есть еще большое количество настроек. А какое именно движение, какое соотношение сторон, сколько кадров в секунду, размер и так далее и тому подобное. Даже негативный промпт тоже здесь встречается. Pika по умолчанию генерирует набор из 4 видеороликов. Изменить количество нельзя. Один такой видеоролик стоит 10 кредитов. То есть за одну генерацию улетает их 40. Вот 4 изображения, как вы видите на экране. И дальше с этим роликом можно точно так же работать. Вы уже видите знакомую кнопку Upscale, да? Что означает? Мы увеличиваем разрешение, добавляем больше деталей. А рядом с ней кнопка «Добавить 4 секунды», то есть мы можем сделать видео длиннее, переделать, переписать промпт и так далее. И по результату вы можете получить вот примерно такой видеоролик. Как видите, да, здесь идет полная генерация с нуля и плюс идет какое-то оживление. На самом деле достаточно простое, да, без каких-то особых интересных вау-эффектов. Но, по крайней мере, наш волшебник хоть немного, но ожил. А теперь давайте посмотрим, какие именно приемы вы можете получить при генерации видео. То есть, что, собственно, эти редакторы могут вам показать, а могут и не показать.
Первое и самое простое – это плавное движение. То есть есть базовые движения камеры. Это наезд, увеличение масштаба, отъезд, панорама влево, вправо, вверх, вниз. Вот это вот базовые движения. Получается, что сам как бы объект, да, на нашей сгенерированной картинке, в нашем сгенерированном видео не движется, а движется только якобы камера. По факту картинка дорисовывается просто в нужную сторону или с нужным приближением, и все вот эти промежуточные стадии между собой соединяются. Не знаю, насколько я понятно объясняю, но для надежности давайте я буду вам сразу показывать примеры. Вот простой вариант как раз по движению картинок. Берем известные полотна и идет генерация вверх и вниз. Здесь идет генерация еще и заднего фона. Вот там сейчас еще раз дойдем до воздушного шара. Вот, видите, воздушный шар, только задний слой с облаками движется. Вот это, в принципе, все то, что есть. Такие простые базовые функции есть практически в любом сервисе. Это самое простое, что можно сделать. Это как раз вот такие вот генерации с захватом дополнительных областей. Дальше у нас есть большой набор предметов, для которых анимация уже ясна и понятна. Хоть анимация кинематографическая, хоть анимация в мультяшном стиле. Это в первую очередь все стихийно. Дым, вода, огонь, то, как течет река, то, как колышется листва на деревьях. Достаточно много таких примеров, чтобы на них можно было обучить нейросеть. И значит, если у вас изображение с вот такими вот базовыми вариантами, то, скорее всего, именно стихии на вашем изображении будут оживлены. Вот здесь посмотрите, вода, да? Свет в воде, даже рыбки не движутся. Эту картинку вы тоже уже видели. Здесь у нас идет и движение. Вот влево уходит. И в то же время обратите внимание на водопад. Вода течет. И этого, как правило, уже достаточно. Но я бы не сказала, что это именно полноценное видео. Я бы сказала, что это скорее, ну, на уровне открыток, да, на уровне гифок вот такое вот оживление. Тем не менее, в сочетании друг с другом может получиться вполне себе неплохо. Дальше как раз то, о чем мы говорили в самом начале. Вариант с покадровой генерацией. Как раз мы сдвигаем какие-то параметры, какие-то стороны, какие-то объекты и делаем их сразу набором для слайд-шоу. То есть у нас, собственно, плавного соединения картинок нет, но за счет общих объектов на фото, это принцип монтажа, наш мозг воспринимает как единое целое. И для того, чтобы такой результат получить, генерировать, конечно, нужно сразу наборами, сетами. А это умеют далеко не все сервисы. А, как я говорила, есть неплохие примеры. Например, вот так вот. Вполне, да, реалистичная собачка. Несколько кадров, которые соединены. Вот она и ушами, и головой движет. Да, мы можем видеть здесь какие-то проблемы с анимацией, но тем не менее, согласитесь, совсем неплохо. Идем дальше. Мы с вами движемся по нарастающей сложности. То есть сначала у нас был простой сдвиг камеры, дальше у нас стали двигаться объекты, потом набор кадров для видео, а сейчас морфинг. То же самое мы делаем промежуточные кадры, но теперь так, чтобы объекты перетекали друг в друга. То есть здесь как раз очень важно промежуточная генерация, чтобы все было плавным. Мы даем нейросети первый объект и последний объект. И между ними она выстраивает какую-то анимационную траекторию. Ну, понятно, да, что это проще делать не для видео кинематографического качества, а для каких-то объектов анимационных. Например, вот так.
Вполне такой неплохой ролик с перетеканием, да? Вот, пожалуйста, набор, где элементы друг с другом более чем сочетаются. Дальше идем к нейрорендерингу. Рендеринг – это процесс, когда записывается уже готовый кадр, как готовое видео. Нейрорендеринг – это значит, это делают нейросети. Имеется что в виду? Мы показываем какой-то реальный объект, а нейросеть его обрабатывает и показывает уже обработанный результат. То есть вот я сейчас сижу перед веб-камерой, и вы видите то, что видит моя веб-камера. Мы ставим вот сюда в промежуток нейросетку, она делает какую-то обработку и показывает вам уже обработанное видео. А это сейчас уже можно делать в реальном времени, но ресурсы компьютера, конечно, ого-го, сколько требуется. Вот видите, да, в кадре мужчина, он движется, а подписчики на видео уже видят девушку. Идут генерации по одному и тому же промпту. Да? Но при этом, конечно, изображения друг от друга отличаются. Это вот история примерно 2-летней давности, да? Когда еще Stable Diffusion был вторым, и вот это все работало достаточно медленно, то есть не совсем в реальном времени. Но, тем не менее, согласитесь, какие-то элементы, да, сходства, движения есть, что-то в этом есть. А вот то, что могут делать нейросети сейчас, будет выглядеть уже примерно вот так. Это уже реальное время. Смотрите, внизу пишут диалог. Тут показаны, какие настройки. То есть снизу на русском языке пишут диалог, и вот девушка вот в этом маленьком окне произносит слова. При этом она улыбается, поворачивается. То есть это не реальная девушка, это как раз нейрогенерация. Но она произносит именно то, что ей в реальном времени пишут в окне диалога. Понятно, что не так это да, все ровно и гладко. Мужчина тоже, вот, например, сгенерированный. На английском языке будет работать лучше. На русском понятно, что нужно какое-то время на обработку. Здесь достаточно собрано на довольно среднем компьютере, то есть уже не так много ресурсов требует. Кажется, что вот как раз это один из вариантов нашего будущего, та версия, которая ждет техподдержку, клиентские какие-то сервисы, когда нейросеть сможет обрабатывать вот такие вот запросы. Мы уже сталкиваемся с этим при телефонных звонках. Возможно, мы скоро будем с этим сталкиваться и при видеосвязи. Так, на то, как работает другая нейроаватарка, можно смотреть, как обычно, бесконечно. Давайте смотрим дальше, что происходит потом. То есть здесь смысл был с нейрорендерингом в том, что реальный человек обрабатывался в человека виртуального. Но для экономии ресурса мы же можем поступить по-другому. Мы можем взять чей-то портрет и заставить его двигать губами в темпе нашего текста. Вы уже умеете создавать аудио, да? У вас разными голосами есть озвучка, там паузы, интонации. А теперь давайте мы к этому добавим картинку. И ваш нарисованный человечек с какой-нибудь генерации, да, с какой-нибудь картины, которую вы переделывали, он будет не просто смотреть на зрителя, а он еще будет с ним разговаривать. Этот процесс называется липсинг. То есть синхронизация губ. И его часто дополняют морганием, потому что, в принципе, там темп процесса одинаковый. По темпу речи примерно с такой же частотой расставляются и движения глаз. И вот у нас уже не совсем статичная картинка, а что-то более интересное появляется. Например, вот так. Это уже пример не просто из сети, это то, что мы с коллегами делали своими руками. Пушкин, который произносит какой-то текст. Естественно, все сгенерировано, с той или иной степенью достоверности выбран какой-то голос. И вот, пожалуйста, да, видите движение губ,
очень активные, движение глаз и плюс еще легкие повороты головы. Причем такие повороты, которые не влияют на изображение. У нас просто как будто вокруг одной точки голова крутится, слегка наклоняется и все. Вот это вот типичный вариант с липсингом. Но если мы можем сделать синхронизацию губ, то почему мы не можем сделать синхронизацию и всего остального? И просто от говорящих вот таких вот голов и аватаров перейти к полноценным говорящим виртуальным дикторам и ведущим. Что нам нужно добавить? Эмоции, да, чтобы эмоции соответствовали тексту, который произносится. Вот эту вот мимику на лице, чтобы тоже мышцы двигались. Движение головы более интересное, с поворотами, там, наклонами, а не просто вращение вокруг одной точки. Ну и желательно, конечно, чтобы тело тоже работало, плечи поднимались, жесты какие-то руками тоже происходили на экране. И тогда мы получим такого вот виртуального дублера. Например, нет. Это тоже мой собственный контент, мой собственный ребенок и мой собственный телефон. И это действительно может работать вот так вот буквально в ваших домашних условиях. То есть есть написанный текст, который нужно начитать. Рядом на штативе закреплена камера, которая захватывает лицо, повторяет все движения губ, движения головы, какие есть, и даже вы сейчас увидите, закатывает глаза. Вот. Все еще немножко дергано, сейчас стало немножко поровнее поглажу вот это вот приложение, но вот это та магия, которая действительно может происходить у вас дома и даже на телефоне у вас в кармане. Я думаю, что те производители операционных систем, которые еще не выкатили такую фишку, в ближайшем времени ее тоже на телефоны добавят. Так. Вот это уже вариант с говорящей головой. И, например, мы с коллегами обкатывали номер далеко не один раз. У нас есть несколько проектов, где мы использовали вариант. У нас есть разговор про начинающих журналистов, контент-планы, где три героя рассказывают свою историю. Вот как раз Илья озвучивал одного из них. У нас есть веб-квест, где разные персонажи звонят друг другу по видеосвязи и тоже общаются. И все это сделано через вот такую вот анимацию говорящих голов. Дальше. Вы же не думаете, что это все. Есть еще более сложные и интересные варианты. Например, анимация марионеточная. Я сразу скажу, что это тоже не какой-то такой устаканившийся термин. Я его взяла по аналогии с motion дизайном, когда мы берем какого-то мультяшного персонажа, для того, чтобы его двигать, мы используем в анимации не перекладку объектов, а мы расставляем контрольные точки и как марионетку этого персонажа за них ведем. И вот такой же подход с контрольными точками и дерганием за ниточками применяется в генерации видео. У нас есть какая-то модель, то есть как раз вот эта марионетка, и затем мы просим по образцу с этой марионеткой заставить двигаться других персонажей. Так, и это у нас вот такой пример. Большинство примеров это, конечно, танцы в стиле ТикТока. Их очень и очень много. И вот видите, разные движения, очень много контрольных точек на кистях рук для того, чтобы еще и пальцы двигались. А вот голова, да, особо не представлена, потому что, ну зачем? Голова есть, и этого достаточно. Зачем прописывать для нее какую-то детальную анимацию? И вот они идут суставы, и по этим суставам идет движение. Вот эта вот фигурка из палочек, она заранее прописывается, заранее анимируется, а дальше мы загружаем картинку, и у нас объект по этой картинке пошел. На большинство таких примеров это именно танцы, и мы не знаем почему. Ну вот китайские генераторы работают преимущественно на танцах. Вот. Как видите, анимировать можно любой. Обратите внимание на фон, как фон дорисовывается за движущейся.
фигуркой. А движения фигурки прописываются, ну, как в анимации, то есть это обычная анимация. Вы ставите ключевой кадр, там через полсекунды и просто двигаете. Вот эта рука вверх пошла, этот локоть в сторону пошел. То есть вы просто за вот эти контрольные точки, которые были, тянете и получаете. Вот. На паузу поставлю. Вот видите, в плече есть ключевая точка, да? Вы отступили на долю секунды и за эту плечевую точку потянули, плечо пошло вверх. Поскольку все узлы связаны между собой, когда вы правое плечо тянете вверх, у вас левое плечо, скорее всего, пойдет вниз, ну и так далее. То есть это моделька, которая прописывается в специальных программах, но здесь вообще нет ничего сложного в анимации. Если вы можете делать какую-то простую анимацию, мультипликацию, то вы с этим тоже справитесь 100%. Это вот повороты головы. Да, это выглядит для быта, наверное, конечно, сложновато, но не переживайте, нам такие генераторы недоступны, это все еще закрытые беты, это все еще тесты. Получить доступ к ним в принципе невозможно, кроме, может быть, каких-то отдельных плагинов для Stable Diffusion, но там нужны очень-очень мощные компьютеры. Поэтому пока мы смотрим тем, что делают другие, на то, что делают другие люди, наслаждаемся и мечтаем, когда это все у нас, да, тоже появится. Но я немножко забегу вперед и скажу, что появится, скорее всего, не это. Так, дальше следующий вариант – это покадровая обработка. То есть мы уже посмотрели, да, что если мы будем генерировать каждый отдельный кадр в видео, на это уйдет слишком много времени, и результат может получиться не очень гладкий. Но мы ведь можем взять уже готовый видеоролик, разрезать его на отдельные картинки и каждую из этих картинок прогнать через нейросеть. Я знаю, что это звучит фантастически, оно и выглядит для меня тоже совершенно фантастически. Вот это пример, который я видела на одной из конференций. Нейровидеограф. У него есть съемка для магазина одежды. И нужно добавить туда вот этот налет футуризма, да, представление о будущем. Для этого берется папка с видео. Каждый видеоролик режется на отдельный кадр. Тут он сейчас показывает, какие команды включаются. Дальше вот черно-белая папка – это маски. А дальше Stable Diffusion, куда мы загружаем исходное изображение, маску, что именно можно изменять, а что лучше не трогать, и промпт, там ретро-футуризм в стиле такого-то. И дальше идет обработка видео. Кадр за кадром, он показывал нам в реальном времени, это очень и очень медленно, но вот так вот кадр за кадром идет обработка. Хорошо, что вы его видели. Вот. Это один из вполне себе таких вариантов, но ресурсов действительно он требует много. Но и это еще не все. Мне кажется, что вот эта вот покадровая обработка, нет, она доступна. Это на Stable Diffusion. Вам нужно поставить на компьютер всего лишь эту модельку, например, через Automate. На нее десяток, может быть, 20 штук плагинов. Достаточно много ресурсов, ну и всякие приблуды для работы с видео. Это реально. Ну вот, да. Тут нужно иметь очень хорошие знания в самой обработке видеороликов. Вот, мне кажется, что вариант с покадровой обработкой – это как раз маркетинговая вот такая вот история. Ну, может быть, кино и спецэффекты. А марионеточная анимация, синхронизация – это тоже все задача именно оцифровки мира. Так, например, для одного из своих проектов мы брали актеров и снимали их для MetaHuman. То есть человек просто оцифровывается, получается моделька, дальше эта моделька может помещаться и работать в разных сценах. То есть при специальном оборудовании, в Питере есть, например, студия для этого специальная, это все реально. Но мне кажется, что на бытовом уровне, скорее всего, мы будем работать с чистой генерацией.
По факту это метаверс. Маленькая моделька мира, а вас не волнует там, куда идет левое плечо, куда идет правое плечо. Вас не волнует, какое там было качество исходного видео. По факту вы просто говорите, хочу вот такой вот ролик, и вы его получаете. То есть вот это вот действительно технология бытового уровня. И тогда мы на компьютерах и даже в телефонах будем получать вот такие вот ролики. То есть это чистая генерация. 3 секунды чистой генерации. Вот, пожалуйста, вполне себе, да, реалистичный попугай. Так сразу и не скажешь. И он создан по текстовому промпту. То есть вы просто пишете там синий попугай. Все. И получаете видеоролик. Вот это вот бытовой уровень и то, что я считаю, должно быть у нас с вами на компьютерах или в наших с вами карманах. И вот именно чистая генерация это то, что то, к чему, я думаю, будут сейчас стремиться производители. Но пока мы это все не получаем в свои руки, потому что какие бы вишенки бы не были вкусные, какие бы классные ролики нам не показывали, на самом деле в основной своей массе генерация не такого хорошего уровня. Во-первых, размер исходного кадра очень невысокий. И когда используют нейросети для генерации каких-то готовых видеороликов, потом прогоняют еще через несколько нейросетей для увеличения размера каждого отдельного кадра, потом еще через некоторые генераторы еще, и только потом получают хорошее видео. То есть исходный размер кадров в видеоролике на самом деле невысок. У нас не хватает еще мощностей в компьютере для того, чтобы, ну, делать хотя бы в разрешении 720 на 576. Ролики обычно в районе 480 по широкой стороне. У нас нет достаточной длительности ролика. Пока максимальное сгенерированное видео одним кадром 1,5 минуты. И это уже вау. То есть до этого таких результатов не достигали. Но основная ошибка это, конечно, кипение. Кипение это ошибки, которые происходят при генерации. Вот когда какая-то программа работает с видео, она делает интерполяцию. Она берет два соседних кадра и просчитывает между ними разницу. Это же происходит, когда мы конвертируем видео в какое-то разрешение, в какой-то формат файла. Берутся два кадра, между ними смотрится разница, все то, что различается, кодируется, не различается, остается таким же. А у нейросети вот этого алгоритма нет. Она не понимает, что на кадре нужно изменить, а что нужно оставить. И из-за этого мы видим кипение. Изменяются те объекты, которые не должны. Дергается фон, какое-то лишнее паразитное движение, какие-то просто-напросто ошибки. Я сейчас покажу, опять же, несколько примеров, только сразу говорю, не пугайтесь. Вот типовая генерация. Это, конечно, не самый передовой редактор, но тем не менее. И вот вариант. Я развернула на весь экран. Сами видите, какое низкое качество, да? И какие короткие здесь клипы, из которых все собрано. То есть вот это вот как раз максимально клиповый монтаж. И он такой не потому, что современное поколение не может долго сосредоточить внимание, а потому, что современные нейросети не могут долго сосредотачивать свое внимание на каком-то одном объекте. И получает вот такую вот короткую нарезку из элементов. Сами видите, да, что качество несколько не дотягивает. Так, про кипение понятно? Или еще раз включить ролик с ним, чтобы обратили внимание, как меняется изображение? Хорошо. Тогда мы на этот ужас больше не смотрим. Кстати, вот это вот ролик с мемом, это генерация в Леонардо. Дальше. Как я уже говорила, у нас с нейросетями, да, в отрасли ИИ есть то, что мы называем state of the art.
сота, да, золотой стандарт, самые-самые-самые лучшие представители. Я их называла вам с точки зрения генерации изображений, генерации текста, а вот это у нас золотой стандарт с точки зрения генерации видео. У нас есть Сора, которую делает OpenAI, тот же, который делает ChatGPT и DALL-E. И у нас вот буквально на прошлой неделе появился Kling, от Kyosho Technology, то есть от китайского медиахолдинга, который занимается соцсетями для создания видеороликов. Вот, Клинк это буквально вот самый-самый-самый-самый свежий, но он по уровню не уступает Соре. А Сора, как нам клятвенно пообещали, да, на очередной презентации, будет доступна до конца этого года. А значит, уже технология пойдет как раз в быт. Мы очень-очень ждем и надеемся. Теперь вы тоже будете ждать и надеяться, да? И если мы будем смотреть на то, что умеет генерировать вот эти вот образцовые топовые нейросети, я думаю, что вы увидите заметное различие, да? Здесь есть кипение, мы его видим. Но оно уже достаточно гладкое. Вот сейчас все, кто генерирует вот таким образом, они все борются за уменьшение кипения. Кипение происходит из-за диффузии, и до конца его, скорее всего, убрать не получится. Но, тем не менее, посмотрите, какое плавное движение. Это именно генерация с минимальной какой-то обработкой. То есть здесь нет такого, что человек стоял и доделывал какие-то кадры, дорисовывал. Это просто очень большое количество сгенерированных картинок, из которых хорошо, если 7% вошло в итоговый ролик. Как видите, на лицах людей кипение заметно особенно сильно, но остальные объекты соединяются достаточно плавно. А вот еще один пример. Это уже социальная реклама, которую делает агентство. У них была идея, и для того, чтобы ее воплотить, вместо съемок они решили использовать прием с нейрогенерацией. И вот эти вот все шоты, кадры с желтым шариком вместо головы, это все работа нейросети. Понятно, что здесь, ну раз это коммерческий, да, продукт, готовый релиз, здесь огромное количество обработки. То есть тоже выбрана небольшая часть генерированных кадров. Тут очень много цветокоррекции, потому что нейросеть по запросу желтый воздушный шарик генерировал то синий, то зеленый, то фиолетовый, то серо-буро-малиновый. Вот кадры, где шарик автономный, они могут быть встроены. То есть это в любом случае постобработка. Но, тем не менее, по затратам времени и сил, по финансовым затратам, оказалось дешевле. Ну давайте досмотрим до конца. Тут осталось буквально несколько секунд. А уже вышла вторая часть этого ролика. Тоже. Но там я его не стану показывать, потому что там еще больше постобработки, а тут вы, по крайней мере, видите, где нейросеть, где уже что-то доснятое самим человеком. И вот это как раз то классное, то мощное, с чем действительно нейросети могут помочь. И ну вот, хорошо, что вы тоже ждете, да? Думаю, что эта технология скоро будет в наших руках. Но когда мы говорим про те результаты, которые для нас генерируют нейросети, первый вопрос, который мы должны себе задать, это, конечно, вопрос безопасности. Потому что если у нас в руках есть такая генерация видео, значит, по факту мы можем нагенерировать все, что угодно, даже то, что не имеет отношения к реальности, и сделать вид, что это существует на самом деле. То есть мы можем делать дипфейки. Вообще традиционно термин дипфейк относится к высокотехнологичной замене лица. Но вы видите, насколько технологии доросли, да, и сейчас дипфейком можно считать любой фейк,
который включает в себя сгенерированное видео. Как с правовыми вопросами документы? Какие документы? Какие правовые вопросы? Если помните обсуждение, у нас здесь абсолютно серая зона. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает. Все то, что можно отрегулировать, регулируется у разработчика. То есть вы можете попросить сделать вам видео с каким-то актером, и нейросеть откажется это делать. Это пока все, что доступно. Но мы тоже, да, уже знаем, как такие ограничения обходить. Да, с этим надо что-то делать и на уровне регулирования, и на уровне самих пользователей. В первую очередь нужно понять, да, что у нас есть в любом случае границы. Когда мы делаем дипфейки для развлечения, не пытаемся никому сказать, что это происходило на самом деле, мы просто делаем смешные ролики. Таких приложений очень много. Вот для телефонов есть какие-то приложения, где можно в кадре фильма поменять лицо актера на свое лицо. Это уровень развлечения. Что плохого в том, что нам дают инструмент для развлечения? У нас есть вопросы рекламы. Когда мы производим видео, это может быть очень и очень дорого. Кино спецэффекты, маркетинговые какие-то ролики, нейросеть это может удешевить. Понятно, что в таком производстве действительно авторы очень сильно стараются себя обезопасить как раз с правовой точки зрения. Чтобы законным образом там было получено исходное видео, чтобы были подписаны все соглашения, чтобы актеры, которые появлялись, с ними были, например, эти съемки согласованы. То есть вот один из первых таких маркетинговых дипфейков появился во время коронавируса, когда нужно было снять ролик с футболистами, по-моему, с разными спортсменами, но все сидели на карантине, а дедлайны уже подходили, да? Поэтому спортсмены у себя дома на телефон оцифровывали свое лицо, а студия накладывала на кадры со статистами. То есть здесь актеры соглашались, да, с тем, что они будут таким образом участвовать в съемках. И вот третий совсем другой случай – это полноценный фейк. Здесь важна даже не сколько технология, сколько цель, когда делается ролик именно для того, чтобы пользователя обмануть. Поэтому тут нужно смотреть и различать, где какая ситуация. То, что вы сделаете для своих коллег веселую открытку, где Уилл Смит будет раздавать праздничный тортик, мне кажется, что если вам нейросеть в этом случае дала сгенерировать, и если вы показываете это не публично, используете частным образом, то особых проблем быть не должно. А вот если вы для генерации рекламы своего учреждения используете, а для проекта, который выкладываете в интернет, используете, вот там уже будут вопросы. Но, как я и сказала, пока мяч на стороне разработчиков. Пока это у них в руках инструменты для того, чтобы что-то разрешить, что-то запретить. А если нам выдают какие-то инструменты, то в них, скорее всего, по максимуму убрана функция генерации каких-то известных персонажей. А если мы относимся к нейросетям именно как способу создания видеоконтента, вот у нас есть какая-то историческая персона, которая что-то недоделала, да, и мы ее видим в новой ситуации. Мы можем таким образом пригласить на урок русского языка любимого писателя, который будет говорить с нашими учениками на русском языке. Это же тоже, мне кажется, очень и очень здорово. Ну и развлекательные цели, как всегда, двигатель прогресса. Вы можете записать видеоролик, где вы поздравляете из необычного места. Вы сами актер, а нейросеть генерирует как раз вот это вот окружение, то, что можно сказать, видеоконтекст. Вот кажется, что это вполне себе доступно. Но сейчас мы с вами что смотрели? Мы смотрели какие-то короткие ролики, мы смотрели клипы. А говорим сейчас о дипфейках, о поздравлениях, о исторических персонажах. То есть не о клипах, а уже о законченных роликах, да, клип маленькая часть, а ролик это уже полноценное произведение.
И вы видите, что нейросети генерируют маленькие кусочки, что не всегда очень видео аккуратное. А да, у нас, скорее всего, появятся другие более качественные инструменты, но мы уже сейчас можем сказать, чему нужно учиться для того, чтобы делать полноценные законченные ролики. В первую очередь нужно учиться писать сценарий. Сторителлинг – это наше все. Умение рассказывать истории так, чтобы они были динамичны и короткие, иначе стоимость ролика улетит в небеса. А чтобы можно было легко разбить на сцены и описать их, вот такие вот сценарии – это первое и самое главное. Очень хороший качественный текст. Продумано. Сценарий сам по себе будет отличаться от сценария для съемок видео или кино, потому что этот сценарий будет себя включать в том числе промпты. Как выглядят герои, как они действуют, какое окружение. Вот это будет, скажем, такой нейросценарий, да, сценарий для нейросетей. Но по факту то, что вы знаете и умеете для написания обычных сценариев, плюс умение немножко промптить сверху. Если вы знаете, что такое трехчастная история, если вы знаете, как писать реплики и ремарки, то, что в сценариях должны быть не эмоции, а действия, значит, с этими сценариями вы тоже справитесь. Второе – это план съемок и монтажа. При реальном производстве у нас идет реальные съемки и реальный монтаж. Здесь все будет генерироваться, но для того, чтобы генерировать как можно меньше мусора, как можно меньше брака, нужно сразу составить себе план. По сценарию разбить, какие конкретно сцены должны быть, да, какие клипы. 4-6 секунд у них сейчас нормальная длительность. Какой визуальный стиль и как его удержать на протяжении всего ролика. Ну и, соответственно, план монтажа. А здесь нам в руки нужен Эйзенштейн, да, и монтаж аттракционов. Монтаж по движению, склейка по движущейся массе в кадре. Меньше психологического монтажа, больше монтажа аттракционов. Следующее – это озвучка. Как правило, такие ролики с историями сейчас озвучиваются через закадровый текст. Но инструментов для липсинка все больше и больше, поэтому инструменты липсинка тоже будут включаться. Но качественный липсинк еще дороже, чем генерация видео. Поэтому закадровый текст с какими-то небольшими вставками. Музыка, эффекты, да, потому что просто музыка и речь недостаточно, должен быть еще и интершум, звуковые эффекты должны быть, ну и сами, конечно, реплики. И вот тогда, если всему этому научиться, то можно делать полноценные законченные произведения. Я сейчас покажу несколько примеров, чтобы вы вместе со мной повосхищались. Если какие-то вопросы, пишите, я расскажу, что и как здесь создавалось. Итак, номер один – это ролики, которые делались с рекламной целью. Группа AI Brew занималась. Только один ролик другого автора, я скажу, какой именно. Итак, смотрим и сразу пытаемся понять, как это было сделано. Вот те приемы дегенерации видео сразу помогут вам оценить, была ли это там съемка и обработка каждого кадра, была ли это марионеточная анимация и так далее. Я включила без звука, чтобы можно было комментировать. При необходимости я запущу еще столько раз, сколько вам нужно. Так. Ну что, как впечатление? Я сейчас запущу еще раз уже со звуком. Надеюсь, он будет не сильно громко. Но если что, я отрегулирую. Еще раз внимание, как именно этот ролик создавался, на что нужно обратить внимание.
Так, движение объектов, движение камеры, чистая генерация. Движение камеры, скорее всего, сделано уже на монтаже. Движение объектов, да. Да, камера движется, но здесь, скорее всего, оно докручено еще на монтаже. Слишком уж здесь грамотно она сделана. Вообще этот ролик на уровне набора живых фотографий. То есть мы берем и какие-то простые объекты делаем. Оно не сильно отличается от motion дизайна, от того, что можно сделать в After Effects, например, но просто дешевле в производстве. Здесь видно, что хромает стиль между картинками, особенно вот этот вот момент, когда средневековый замок появляется. Тут видно, что он прям, ну, по-другому, да, сгенерирован, немножко с другими настройками. Персонажи особо не двигаются, они вот просто какие-то небольшие жесты движения. Все вот эти световые переходы, естественно, это уже добавлено на монтаже. Объекты на заднем плане иногда моргают. Ну вот, это то, что реально можно сделать. Это достаточно простой ролик. Здесь просто идет набор генераций на одну с их последующим оживлением. Это примерно уровень оживления набора картинок. Я могу показать, как плюс-минус такое же делается Леонардо. Дальше. Следующий ролик уже посложнее, тоже AI Brew. Ну и все. Дальше пошла уже, собственно, рекламная часть. Так. Еще раз запускаю. Здесь уже стиль, да, лучше пойман, единый визуальный стиль выдерживается намного лучше и аккуратнее. Опять же, да, обратим внимание на ключевые объекты. Когда мы монтируем, вот именно как монтаж аттракционов, изменения в них могут быть не особо заметны. То есть здесь, например, есть статуя, когда она поднимает руку, опускает руку. Мы в разных кадрах видим ее на разной стадии. Но мы не особо на этом заостряем внимание, как раз потому, что акцент идет на быструю смену картинок. Стрела тоже во время полета несколько раз меняется. Как не потеряться и жить в этом новом виртуальном мире? Следовать принципу нулевого доверия. По умолчанию считать, что вся информация, которая к вам попадает, недостоверна, пока вы не докажете обратное. То есть вот только через это. Без источников, без пруфов, без каких-то подтверждений, в принципе, я информацию никакую не потребляю. Мне нравится вот эта визуальная эстетика, и для меня, в принципе, не важно, это снято реальным человеком на реальную камеру или это сгенерировано. Но как только речь касается важной для меня информации, каких-то материалов, сразу принцип нулевого доверия. Иначе, да, иначе никак. Так, этот мы посмотрели. Этот мы посмотрели. Как вам с лучником, да? Мне кажется, довольно такая забавная история. И дальше, третий. Теперь это Павел Перегудов, уже другой автор. И это как раз, да, согласна, что симпатично, это как раз стандартная для начинающих художников ситуация, когда берется какая-то вселенная и создается в новом сеттинге. Здесь вы увидите, что Гарри Поттер и Вархаммер. Да, это буквально совершенно верно.
предыдущих роликов, которые что-то показывали, этот ролик уже рассказывает. То есть здесь уже есть непосредственно сам по себе сторителлинг. Да, «Игра престолов», не «Вархаммер». «Вархаммер» вот тоже. И «Игра престолов» 3 их получается смешанно. Я решила, что 2. Вот. Да, то есть если здесь смотреть, можно обратить внимание, что здесь вот у Гарри, например, есть небольшой фрагмент с липсинхом, где он что-то говорит, но здесь липсинг старый, еще не очень хороший, только губы движутся, нет каких-то вот движений корпуса или головы. Здесь, в принципе, набор картинок, которые идут в определенной последовательности. Заявочный план, средний план, общий план, крупный план. То есть тут уже эта история поставлена по кинематографическому принципу. И здесь поэтому уже получается действительно какой-то конкретный рассказ. Так, а сейчас снова вернемся к работе AI-бюро. И еще одна история, которую я сразу включу вам со звуком. Надеюсь, что все слышно. И это пока самое интересное в этом плане, что я видела, самое такое гармонично скомпонованное. Так, как впечатление? Ну да, понятно, да, что с ужасами работать проще всего, чем рассказывать какие-то жизненно-бытовые истории, а можно накрутить самые разные фантастики, и это будет выглядеть достаточно интересно. Поэтому понятно, что выбрана вот такая вот тема. Но обратите внимание на тот же самый липсинг. Да? Здесь вот у нас есть фрагмент, где говорит профессор. И в отличие от того же Гарри Поттера, тут уже идет не просто, да, я не знаю, есть звук или нет, у меня, к сожалению, сейчас его не слышно. Вот. Не было, да? Но я скину потом еще ролики. Вот видите, он уже говорит, моргает, морщит лоб, наклоняет голову. То есть вот это вот уже ситуация с липсинком идет уже на другом, более качественном уровне. Вот. Я скину вам этот ролик, тогда еще загружу его отдельно в чат, чтобы вы его могли пересматривать каждый раз, когда вам захочется подумать о прекрасном будущем с генерацией видеоролика. Вот. Здесь уже тоже, да, есть история, которая развивается, есть какие-то общие моменты, которые постарались сохранить авторы с точки зрения стиля, а здесь есть текст, который в основном идет как закадровый, только какие-то небольшие моменты, но тем не менее мы видим героя, который этот текст произносит. И вот здесь вот
в основе все-таки сторителлинг. Может быть, картинка не очень качественная, может быть, не очень качественная генерация сама по себе, но сама картинка, сама история разворачивается не от визуального образа, а от смысла и от содержания. Вот это то, к чему нужно стремиться и то, чему нужно учиться. Но если мы говорим, что нейросеть для нас генерирует что-то, и, в принципе, у нас нет необходимости снимать, нанимать актеров, строить декорации, мы можем сгенерировать то, что пожелаем, то когда нейросеть заменит монтажеров, когда мы сможем ей показывать видео из нашего семейного архива и взамен получать какую-нибудь очень классную, качественную нарезку или продуманный автобиографический ролик. И вообще, когда же у нас руки освободятся еще и от этой работы? Ну, на самом деле некоторые подвижки в этой сфере уже есть, хотя ситуация заметно отличается. Во-первых, есть сервисы, которые позволяют видео расширять. Вот у той же Пики есть возможность от вертикального видео переходить к горизонтальному, то есть как раз изменять разрешение. Уже очень и очень хорошо. У некоторых плагинов Adobe Premiere уже на искусственном интеллекте есть возможность монтировать с нескольких камер. То есть, когда идет многокамерная съемка, например, один лектор, и стоит там 2-3 камеры, которые снимают с разных точек, какая-то камера вообще на зал смотрит. На основе звука вот этой вот лекции нейросетка сама может нарезать подходящие кадры и составить ролик. Уже, мне кажется, очень здорово. Но и очень частое применение – это ротоскопинг. Когда идет съемка на зеленом экране, это все, вот, как у меня сейчас, да, зеленый задний фон, это все вырезается. И там тоже для этого есть плагин, это может быть очень долгая, нудная работа, особенно вот части, связанные с волосами, с шерстью животных. И нейросетки, в принципе, ротоскопинг делают лучше, чем люди. Так, например, такая функция есть у Runaway. Это один из лидеров, только он… Лидер лидером, но он не сильно дешев для того, чтобы применять его в быту. А вот для киностудий, для каких-то рекламных агентств, да, вполне. И с его помощью они уже делают для себя ротоскопинг, и это работает очень и очень классно. А в этой сфере, скорее всего, это тоже мои предположения, но я считаю, что у них довольно высокий процент вероятности того, что они сбудутся. Не сервисы для монтажа будут у нас появляться, а у нас будут появляться функции нейромонтажа, которые будут встроены в привычные вам инструменты. Ну, тот же самый Clipchamp, который является, да, разработкой Microsoft. А почему Microsoft вставляет Copilot во все свои продукты и не будет вставлять их в ClipChamp? Наверняка в ClipChamp они тоже появятся. И у вас будет кнопка «Сгенерировать музыку под этот ролик». Это, кстати, было и раньше, и в Sony Vegas, и в Pinnacle Studio была эта функция, только это все делалось не нейросетями, а делалось не несколько другими генераторами. Может быть, появится кнопка «Преврати это вертикальное видео в горизонтальное», или это горизонтальное видео вертикально. Может быть, появится кнопка «Подбери наилучший момент для стыка этих кадров и наложи сверху красивенький переход». Возможно, это все тоже ждет нас в относительно ближайшее будущее. Но пока полноценно говорить о том, что у нас есть нейросети для монтажа, мы, к сожалению, не можем. Хотя я уже сейчас могу показать вам кое-что достаточно интересное. Когда мы загружаем на YouTube какие-то ролики, вот у нас есть полноценное видео, есть трансляции, а есть такой формат, как шорцы. Шорцы нужны не только для YouTube, да, они у нас есть и в Телеграме, они у нас есть, естественно, ВКонтакте, только называются там клипы, а есть еще и ВКонтакте Stories. Соответственно, нам нужно из какого-то большого объема съемок получать короткие видео. И у меня есть такая нейросеть.
Сейчас я расшарю экран и покажу, которая умеет работать с роликами на YouTube, то есть не с теми, которые у вас на компьютер загружены. Так. Еще раз проверим, что демонстрация экрана включилась. У меня сбилось, я не понимаю, что вы сейчас видите. Давайте попробуем еще раз. Было предупреждение о грозе. Мне кажется, по моим зависаниям можно уже сверять погоду. Так. Значит, сервис называется Too Short AI. Я сейчас сброшу в чат его название. Он вообще обычно работает без VPN и без всяких плясок с бубнами. А сами себя они позиционируют как сервис для создания рилсов, шортсов и тиктоков. У них есть редактор. Я сейчас покажу, как он выглядит изнутри. И вот можете посмотреть на раздел с ценами. То есть у них есть бесплатный тариф, по которому можно свободно готовые клипы выгружать, иметь полный доступ ко всем функциям, но количество видео, которое сервис анализирует, будет ограничено. И здесь нужно понимать, когда сервис видео анализирует, а когда нет. Вот у нас есть окно сервиса, когда вы регистрируетесь и переходите в него, у вас будет вот таким образом выглядеть интерфейс. Самое главное здесь – это вот эта вот строчка «Ссылка на YouTube видео». Он не будет брать видео с вашего компьютера, он берет только то видео, которое уже загружено на YouTube. Так, забыла переключить. Да, вот так вот выглядит. То есть вот эта строчка, куда вы вставляете линк. И обратите внимание, во-первых, сразу надо правильно выставить язык. Русский, английский, немецкий, ну и несколько других языков. То есть если ролик на русском, сразу это выставляете. Во-вторых, нужно вставить в поле только тот ролик, у которого есть субтитры. Без субтитров ролик работать не будет. Так, например, я вот сейчас копирую адрес ссылки на ролик и вставляю вот сюда ролик на русском языке. Вот я добавляю. Мне что он говорит? Никаких рилсов, никаких шортсов не найдено. Это значит, что раньше этот ролик никто не проанализировал в этом сервисе. Значит, вам нужно нажать кнопку «Генерировать», и у вас есть 30 минут видео в месяц, которые можно проанализировать. Но, правда, сейчас у нас ничего не получится по той простой причине, что у ролика нет субтитров. И поэтому doing some magic у сервиса не выйдет. Если этот ролик раньше уже был проанализирован, то он покажет не вот это вот поле с анализом, а он покажет сразу примеры шортсов, которые уже делали. То есть так из вот этого видео, оно длительность 4 минуты, есть 22 секунды, 17 секунд и 19 секунд. Их можно кликнуть и посмотреть. Из общего ролика вырезан какой-то, вот даже показано, да, с какой секунды по какую, вырезан шортс. Его можно просмотреть и его можно отредактировать. То есть если уже было проанализировано, вам покажут шортсы, с которыми вы можете работать. Если не было проанализировано, вы нажмете кнопку «Generate Shorts». Вот сейчас кнопка «Сгенерировать еще больше шортсов». И вы получите вот такую вот подборку. Какие шортсы можно нарезать? Только для роликов с субтитрами.
Вот давайте выберем какой-нибудь из этих вариантов. Это наше собственное видео на канале YouTube. Оно раньше не анализировалось, шорты из него не делались. И вот мы, например, выбираем какой-то вариант. Это идет обложка самого ролика. Это секунды, которые он предлагает вырезать. Это текст. То есть сервис ToShort ориентируется по расшифровке текста и пытается выделить какую-то законченную, грамотную мысль. То есть здесь он выделил мысль, корректный, грамотный, вежливый журналист понимает, что у эксперта есть свой план действий, свой план мероприятий, свой режим жизни. А поэтому, когда мы запрашиваем интервью, мы стараемся сделать это максимально профессионально, корректно и грамотно. Открываем в редакторе. Сейчас вся работа идет без VPN, то есть сервис доступен вот так вот напрямую. Он обрабатывает видеоролик. Это займет какое-то время. Сервис не самый быстрый. Если вы хотите, чтобы он работал быстро, у него есть для этого платный тариф. Вот. А так сам по себе он работает не так быстро, как хотелось бы. Вот. И сейчас перед вами откроется редактор видео, который будет выглядеть немного непривычно, потому что, ну, это нейросервис, и у него немножко другие Привычный их режим жизни. виды, да. Корректный. Вот идет сам по себе ролик, да, и у него идут субтитры слева, они сразу показаны на экране, то есть я их могу отключить. Сервис печально задумался. Так, скажите, а у вас в зеркальном отображении или нормально показывает? А то я смотрю, и мне кажется, что в зеркальном. Нормально, да? Хорошо. Значит, у меня так отображается. Вот. То есть я могу их выключить, и вот они на экране исчезают. Могу обратно включить и выбрать какой-то из наиболее подходящих с моей точки зрения стилей. Могу какой-то свой вариант стиля подготовить и сюда загрузить. То есть в том числе выставить те цвета, которые я считаю наиболее подходящим. Вот. Количество слов и так далее. Я должна дать название этому пресету, и тогда он у меня сохранится. Сейчас, секунду, я напишу. И у меня, например, будет вариант то же самое, но оранжевенько. Я смогу загрузить свой пресет. Внимание, срабатывает не всегда корректно. Тут нужно с сервисом быть терпеливым. Он еще маленький, да? Дальше, следующая секция – это transition, то есть переходы между субтитрами, как меняются между словами элементы. Например, вот такой вариант, когда будут сдвигаться в стороны или когда будет просто появляться без лишних каких-то элементов. Дальше, как у меня будут выделяться те слова, про которые сейчас идет речь, например, каким-то цветом, да, мы точно так же можем выставить каким-то цветом те слова, на которые сейчас идет акцент. Вот. Дальше. Сплитинг, то есть насколько они бьются, одно только слово будет показываться, 30 слов будет показываться, да, ой, не слов, букв, сколько будет показываться на экране. Где они будут находиться? Вверху, посередине, внизу. Шрифт. Это все настройки субтитров. То есть у вас автоматически по расшифровке на видео появляются субтитры. Уже какую-то, да, часть работы нейросеть сделала для вас. Это заглавные варианты, шрифты, это подложка на заднем плане, вот она черненькая появляется, только черненькая. Ну и следующие слова. То есть вот эта вот секция полностью отвечает за субтитры. А вот за монтаж отвечает вот эта вот секция ниже. У нас сейчас есть один слой. Вот он лежит. У нас есть видео. Оно сейчас из широкого отрезано до портретного.
я могу вот его оставить в портретном состоянии и попробовать его переключить так, как нужно. Могу сделать квадратным. А сервис вырезает автоматически, и если вы меняете вот это вот соотношение, то вам нужно будет заново нажать автокроп. Почему? Потому что автокроп работает так, чтобы в центре всегда было лицо того человека, который сейчас говорит. Дальше смотрим. Вот у нас сейчас лежит слой. Мы можем добавить новый слой. Видите, у нас появился ниже. И мы можем, например, его взять из другой части видео. Мы можем найти другое интересное место в видео и добавить его сюда. Еще один слой. И сейчас мы, например, следующий берем уже из середины. То есть вы можете вот таким вот образом сделать нарезку интересных кусочков из вашего видеоролика. А здесь само по себе видео не динамично, оно все сосредоточено на одном человеке. Если у вас будет видеоролик репортажный, то вам сервис нарежет вот эти элементы сразу по-другому. Смотрим репортажный ролик. Так, ну вот 34 секунды подлиннее. Открываю. Это рассказ о грантовом проекте, то есть итоговый финальный видеоотчет. Во время грантового проекта было сделано несколько съемок. И вот этот вот материал со съемок, да, самые вот такие вот кусочки, они загружены на YouTube. То есть их можно даже не монтировать как репортаж. Вы можете просто самые лучшие моменты видео длительностью до 30 минут, да, сколько вам дает сервис, загрузить на YouTube одним роликом, просто состыковав. А дальше ссылку на этот ролик дать в ту Shorts, и он сам подрежет, расшифрует, найдет какие-то моменты. Единственное, здесь вариант, что ну, нужен закадровый голос. Сегодня мы с Никитой вновь пришли в библиотеку Маяковского. Вот, тоже уже лежит квадратный. И вот выловлены какие-то отсюда элементы. Так, точно так же с субтитрами. Я их отключу, наверное, сейчас, чтобы они не занимали время, место. И вот точно так же пойдет автокроп, будет вырезать какие-то элементы. То есть это из готового ролика можно получить набор каких-то изображений. Так, немножко не так он сейчас отображает, как у меня это есть. Вот здесь в перечне проектов видео обозначено одним значком, а вот со значком AI, со звездочками, обозначено Shorts, которым уже шла работа. То есть то, что вы начали редактировать, оно вот здесь вот так сохраняется в виде какого-то проекта. Немножко не так он сейчас нарезал Shorts, как я хотела видеть. Ну. Попробую сейчас включить другое, я не знаю, покажет, не покажет. Все сервисы на искусственном интеллекте слишком быстро, к сожалению, обновляются. Не всегда успеваешь правильно выдавать, делать скриншоты, поэтому тут, конечно, лучше показывать, чем что-то в виде скриншотов. Так, ну пусть он у нас пока грузится. Так, а я вернусь обратно к нашей презентации. Так, я ссылку на сервис тоже Два раза в прочитаю. неделю мы с другими мамами ходим на фитнес и в бассейн. Вот. Ага, загрузился. Вот видите, здесь как раз вариант, когда сразу несколько слоев
уже вот они наложены, какие-то кусочки из видео сразу вот здесь состыкованы. То есть уже за вас какая-то часть монтажа здесь произошла. И дальше вот эти кусочки можно сдвигать, перемещать и пробовать с ними экспериментировать. Так. Возвращаюсь обратно к вам. Так, ну давайте традиционно подведем итоги того, о чем мы сегодня говорили, да, какие моменты мы с вами успели обсудить. Во-первых, мы поговорили о том, как сейчас работают технологии и те рекламные ролики, которые якобы сделаны нейросеткой, сейчас на самом деле не соответствуют реальности. Это только единичные случаи чего-то красивого, клевого, классного, но на самом деле на бытовом уровне то, что нам доступно, это простое перемещение камеры и простая анимация объектов. То, что вы видите в сервисах, это плюс-минус вот одно и то же. Если вы работали уже с Леонардо, там, когда вы генерируете картинку, открываете ее на весь экран, под ней есть кнопка Image to Video. Можете попробовать, это стоит одна генерация 25 кредитов, и сразу увидите, вот это как раз бытовой доступный уровень. Вот. Любая технология, которая попадает в человеческие руки, обязательно будет рано или поздно попробована во вредоносных целях. Но с дипфейками получилось так, что они еще на самых ранних стадиях были использованы для создания каких-то фейковых вариантов роликов. Тут непонятна пока область регуляции, но мы уже понимаем, что дипфейков будет много, и к этому нужно готовиться. В том числе, вот, например, когда я работаю с медиапедагогами, я сразу разговариваю с ними про критическое мышление, про верификацию информации, как один из базовых навыков. Так, кроме Pika и Tushot AI есть, как я уже только что сказала, на Леонардо, есть кнопка для генерации видео, есть Run Away, но он даст вам очень-очень мало бесплатно создать, вот чисто на один раз что-то попробовать. Есть генерация видео у Кандинского и у Шедеврума. Да, они очень сильно кипят, пока еще не очень качественные. Как я говорила, пока это не совсем хороший бытовой уровень. Если вы планируете развиваться в эту сторону и делать какие-то видеоролики с использованием нейросетей, то здесь нужно сразу учиться писать сценарии, делать режиссерский сценарий, то есть составлять план работы и, конечно, работать со звуком, чем вы как раз и занимались на предыдущей неделе. Но важно помнить, да, что время, которое вы будете тратить на создание ролика, не будет зависеть от того, насколько качественны у вас технологии. Если у вас очень качественный генератор, и вы делаете видео быстро, значит, вы больше времени потратите на эксперименты. То есть никакая технология не сократит время производства видеоролика, потому что работа будет занимать все отведенное ей время. Чем больше вы выделяете сроки, тем качественнее будет итоговый результат. Но вот в обратную сторону нет, оно не работает и никогда работать не будет. Это уже киноиндустрия доказала. Ну и, наконец, да, мы будем ждать и генераторов, и мы будем ждать сервисов для монтажа, а точнее мы будем ждать кнопок «Помоги мне смонтировать что-то хорошее и качественное». Но в любом случае вы будете получать полуфабрикат. А соединять в готовый продукт вы это будете самостоятельно. Поэтому нужно уже сейчас думать о том, как вы будете работать со звуками, как вы будете генерировать фоны. То есть, например, если вы занимаетесь анимацией, может быть, какая-то детская мультстудия у вас есть, генерация фонов для пластилиновых человечков, это уже очень и очень здорово может упростить работу. Поэтому вот пока плюс-минус такая у нас средняя температура по больницы, да, мы видим в этом потенциал, мы видим какие-то интересные эксперименты, пока на бытовом уровне это недоступно, кроме некоторых определенных технологий, о которых мы будем говорить на следующем вебинаре. Стоимость липсинка, перевода и даже стоимость говорящих голов уже настолько низкая,
что это стало нашей реальностью. Как тот пример, что я показывала вам, когда на своем телефоне могу сделать видео, да, с 3D-фигуркой вполне себе спокойно, потому что это уже уровень быта. И поэтому на следующем вебинаре мы будем говорить как раз про вот такие вот виртуальные аватары, про дикторов и про ведущих, с которыми вы сможете работать прямо сейчас. Вот это то, что вам доступно. И на следующем занятии мы будем пробовать, экспериментировать. И в качестве практического задания вы как раз получите вот такого вот виртуального аватара. Угу. Так, когда последний вебинар? У нас 13-го последний теоретический вебинар. И 17-го числа в понедельник будет такое же практическое занятие, где мы будем смотреть ваши работы, разбирать, и я буду отвечать на ваши вопросы. Да, все по плану, никаких сбоев у нас не предвидится. Мне кажется, мы с вами этот курс отрабатываем замечательно. Мне нравится то большое количество практических работ, которые вы присылаете. Вот смотрите, галерея у нас уже есть. У нас уже есть музыкальный сборник. Ну и на следующей неделе у нас еще будет маленький такой поэтический вечер, который тоже для нас организует нейросети. Нет, курс не продлен, а все идет по плану. Да. Увлеклись? Это замечательно. Что ж, коллеги, я на этом с вами прощаюсь. Мы увидимся в четверг. Тоже очень-очень жду следующего вебинара.